Всем привет, это Андрей, магазин Ролики UA. И сейчас мы подберем с вами самокат за 60 секунд. Выбирать будем с помощью сайта Ролики UA. Готовы? Время пошло. Определите свой бюджет. Сколько вы готовы потратить на самокат? В среднем городские самокаты стоят от 1500 до 9000 гривен. В каталоге товаров выбираем раздел «Самокаты», а затем «Городские самокаты». Здесь мы можем выставить фильтр «Цена» на подходящий нам бюджет. Допустим, я рассчитываю на самокат до 6000. Колеса хотелось бы побольше, 175, а лучше 200 мм. Идеально для наших тротуаров выбираем соответствующие фильтры и диаметр колес. Выбирать по длине руля не так удобно из-за большого количества вариаций, поэтому просто установим пункт взрослый в фильтре тип возраста. И для большей точности в фильтре максимальная нагрузка установим от 90 кг. Отлично, теперь мы видим только подходящие нам самокаты. Ух ты, какой интересный вариант, и цена отличная, давайте посмотрим его. Здесь в карточке товара мы можем выбрать цвет, посмотреть видеообзор, отзывы и множество другой полезной информации. О, еще и фингерборд подарок получил. Пожалуй, подходит. Жмем в корзину и сразу перейти в корзину. Время стоп. Никогда подбор самоката не был таким простым. Теперь и вы знаете, как сэкономить время и выбрать его максимально быстро. Надеюсь, видео было для вас полезным. Остались вопросы? Тогда пишите их в комментариях, либо звоните нам. Ставьте лайк, подписывайтесь и бейте в колокольчик. А с вами был Андрей, магазин Ролики UA. До новых встреч!